Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль ВАЗ-2110 2004 года выпуска. Двигатель 1.5, 16-клапанная механика. Пробег на автомобиле 185 тысяч километров. Захрустел правый передний шрус. Поднимаю автомобиль, снимаю колесо, снимаю ступицу, отвожу в сторону, выдергиваю гранату из ступицы и, не выдергивая привод из коробки, заменю его на месте. Поднимаю автомобиль. Поднял автомобиль, снял колесо, откручиваю гайку привода. Гайка на 30. Откручу пистолетом. Шрус ходит замечательно. Теперь откручиваю шаровую опору. Сейчас приподниму чуть повыше. Света не хватает. Добавлю свет. Все равно отсвечивает. Ну, вроде бы видно должно быть. Откручиваю два болта с двух сторон. Болты на 17. Отвожу в сторону и вытаскиваю гранату. Ну а теперь снимаю хомуты. В принципе, пыльник целый. Я его и оставлю. Беру съемник. Вот такой вот съемник. Так, ну, снимаю вот эту фиксирующую часть. Одеваю скобу. Наживляю гайку. Буквально на три витка. А вот эту уже вставляю по месту.
и кручу гайку. Ну и все, выдергиваем гранату. Шрус снят. Этот капроновый пыльник, поэтому я его оставлю. Пусть он еще живет. А сепаратор уже захрустел. Но опять же, мало смазки. Мало смазки. В пыльнике вообще нету смазки. А здесь тоже только размазанное. Беру новый шрус. Беру новый шрус фирмы Zekert GS3263. В комплекте идет резиновый пыльник. Смазка 90 грамм. Сам шрус. Он не набитый, с гайкой новой. Хомут внутренний наружный. И новое стопорное кольцо. Кольцо менять не буду, оставлю старое. Оно не разжато, нормально стоит. Сразу беру, набиваю шрус, переворачиваю, втыкаю и вдавливаю. Больше, ну, половина тубы ушла вовнутрь, в гранату. Остатки выдавливаю в пыльник.
И добавлю еще. Есть у меня также шрус полтубы от Zigmar. Его сюда добавлю. Одеваю гранату. Все, привод встал на место. Поправляю пыльник по посадочному и одеваю хомут. Сделаю, чтобы они рядышком были. Все. Надел я хомут. Два крючка. Похоже, здесь еще и внутренняя граната приехала. Зажать зажал. Ну-ка посмотрю внутреннюю. Здесь получается приехала, но левая внутренняя. Она ходит, а вал сам не ходит. Да. Автомобиль надо весь перебирать. Но дохаживает он. Смазываю шрус. И завожу его в ступицу. Наживляю гайку.
и наживляю шаровую. Вот и все. Шрус наружный поменял по времени. Меньше 30 минут, наверное. Здесь можно закернить. Ставлю на место колесо. И на этом замену наружного шруса я закончил. Всего вам доброго.